Всем доброе время суток, представляю перед вами автомобиль, у нас Skoda Octavia, автомобиль 2022 года выпуска, оснащен мотором 1.4 литра, на автоматической коробке передач, машина, можно сказать, практически новая, очень маленький пробег, красивый такой вот, шикарный цвет, сине-фиолетовый такой, в багажнике имеется комплект летних колес, состояние резины новое, просто немножко грязное, крышка у нас с вами с электроприводом. Ну, цвет вы бы знали, какой он шикарный, прям замечательный вообще цвет. Так, значит, в комплектацию у нас здесь с вами вот такой вот замечательный кожаный салон. Еще везде подсветочка, дверь открываем, загорается подсветочка в ручках. Здесь у нас с вами тоже идеально новый замечательный салон с электроприводом, передние кресла. Так, давайте дальше будем рассматривать комплектацию. Как видите, у нас с вами имеется мультируль. С мультирулем можно управлять штатной системой, также бортовым компьютером. Имеется адаптивный круиз-контроль, 4 стеклоподъемника, регулировка, складная функция подогрев зеркал. Есть датчик света, датчик дождя. Кстати, управление круиз-контролем. Так, автохолд, электроручник, коробочка передач. Здесь у нас с вами есть функция беспроводной зарядки. Также есть еще два разъема Type-C и это у нас с вами USB разъем. Так, значит, здесь у нас с вами располагается управление климат-контролем, сама штатная система. Управление все идет полностью сенсорное, также громкость. При включении задней передачи автоматически срабатывает камера заднего вида и задние парктроники. Так, чем еще вас удивить? Подогревы передних сидений у нас с вами на 3 режима. Также есть вентиляция под передних сидений. То есть одновременно можно включить и подогрев, и вентиляцию, чтобы сиденья гораздо быстрее согрелись. Так, магнитола шикарная, большой функционал у нее, кучу всяких различных настроек. Кнопочка старт-стоп, бесключевой доступ. В комплекте вот такие вот красивые стильные ключи. Красиво выглядят. Автомобиль заведен. Пробег на автомобиле, как я вам говорил, маленький. Так, секундочку, сейчас разберусь с бортовым компьютером и покажу вам пробег. Так, значит, вот я заглушил автомобиль, показывает пробег 731 километр. То есть идеально новый автомобиль. Ну, а также у нас, конечно, еще с вами имеется люк с электроуправлением. Видите, все еще в пленочке. Здесь пленочка еще осталась. Вот на ручках пленочка. Дисплей тоже у нас с вами в пленочке. Здесь у нас с вами в пленочке. Вот такая шикарная Octavia, прямо шикарно смотрится. Данный автомобиль находится на ЧО в основном столице. Приезжайте к нам на осмотр, на тест-драйв. Заведем, прокатимся, покажем, расскажем вам все про автомобиль. Если все устроит, машину сможете приобрести по системе трейдин в кредит, либо за наличный расчет. Это я с вами прощаюсь, желаем хорошего настроения. Всем доброго, до свидания.